Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Vico View 3 очистить историю браузера. В первую очередь открываем наш браузер, которым мы все, конечно же, пользуемся. Затем тыкаем здесь, переходим в историю, нажимаем очистить историю. Затем выбираем временной диапазон, за который мы хотим удалить историю. Это может быть последний час, последние сутки, последняя неделя, последний месяц или же все время. Затем выбираем типы данных, которые мы хотим удалить. Это может быть история браузера, файлы куки, данные сайтов, изображения и другие файлы, сохраненные в кэше. И нажимаем удалить данные. И после этого история будет пуста. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!